Городской репортаж. Зима никак не хочет отступать, но мы даем ей достойный отпор, проводя весенние мероприятия в нашем городе. И вот сегодня мы с вами присутствуем на 5-м молодежном фестивале «Юность 21 века». Пойдемте посмотрим, что там и как. 5-й фестиваль активов ученического самоуправления городского округа Железнодорожной Московской области «Юность 21 века» стартовал 20 марта в Павлино в школе номер 3. Все началось с увлекательного разогрева от молодежного парламента. Приветственным словом к ребятам обратился председатель Совета депутатов Тарас Васильевич Ефимов. Я от всей души желаю, чтобы сегодняшний фестиваль также прошел весело, интересно, чтобы вы получили еще, конечно же, новые знания, но и обязательно вписали новую яркую страницу в истории молодежного парламентаризма нашего города. Удачного фестиваля! Также добрые напутственные слова были сказаны и председателем комитета по образованию Александрой Николаевной Зубовой. Позвольте от имени администрации городского округа комитета по образованию приветствовать вас на открытии фестиваля активов ученического самоуправления «Юность 21 века». В этом году мы проводим юбилейный 5-й фестиваль. И за это время он стал не только традиционным, но и поистине долгожданным для всех его участников. Концерт проходил под девизом «Темы самого фестиваля» – приобщение молодежи к общественным и культурным ценностям. Так трио «Фейерверк» исполнили патриотичную композицию «Россия». Члены молодежного парламента сделали отличную зарисовку на актуальную молодежную тему. Мы хотим выиграть Олимпиаду! Пройти мимо было невозможно. Самые активные девчонки и мальчишки ответили на наши вопросы. Александра, вы как представитель молодежного парламента, расскажите нам вкратце, что ждет нас в ближайшие несколько дней вот на этом фестивале. В ближайшие несколько дней нас ждут игры в таких отраслях, как экономика, политика, видеоблоги. Дети будут узнавать друг друга, познавать что-то новое в тех же отраслях, которые я уже перечислила. И просто весело проводить время в хорошей компании. Я не знаю, как это объяснить, но люди именно заинтересованы этим. И это очень хорошо, что именно такие люди присутствуют на фестивале. Скажите, пожалуйста, что входит в ваши обязанности на этом фестивале? Я являюсь депутатом молодежного парламента, я сопровождаю 14-ю школу, то есть контролирую их процесс, их сплоченность, чтобы они больше объединялись, проходить с ними на тропе доверия и в течение последующих 4 дней с ним работать. Фестиваль, на самом деле, это вообще такие эмоции невероятные, ты здесь просто живешь, вообще куча эмоций, ты просто выплескиваешь всю свою энергию для ребят из школы и просто для каждого человека. То есть ты хочешь делиться с этой радостью с каждым. Это замечательно. На данном фестивале мы представляем команду лицея, то есть ЛД. Вроде лицейское движение. Я являюсь министром финансов. То бишь, я отвечаю за сектор экономики. Будете за деньги завтра биться? Да, вот так сказать, за денежку. Ну, прежде всего, хочется отметить, что мы принимаем фестиваль уже 5-й год. И для меня он значит очень много в этом году, потому что мало того, что он заключающий для меня, так как я в 10 классе обучаюсь, он и юбилейный, и в этом году я кандидат от своей школы и постараюсь сделать все возможное, чтобы выиграть во второй раз. Вот, что будет входить в ваши обязанности? Это интересно. Ну, в мои обязанности, прежде всего, отстаивать честь своей школы в политике. Ну что ж, песни все спели, танцы станцевали, приветственные слова сказаны и, главное, услышаны. Пожелаем ребятам удачи и мы. Аня Ермакова, Виктор Демин, РТВ Подмосковье, в фестивальном городе Железнодорожный. Городской репортаж.